чтобы люди именно поверили в себя и начали заниматься фотографией. Фотографии нужно показывать людям, да, чтобы их видели. Очень много талантливых людей, которые занимаются для души. Делают не так, как делают другие. Ну вот здесь, например, представлено около 25 работ. Хотим сделать фотосушку. Фотосушка – формат выставки, который объединяет фотографов самого разного калибра. Название говорит само за себя. Фотографии вывешиваются на веревке с помощью бельевых прищепок. 27 августа состоялось открытие проекта, где профессионалы и любители поделились своими работами. Участвовать мог абсолютно любой человек, не обязательно фотограф, то есть кто занимается для души и себя. Цель выставки – привлечь молодое поколение, помочь начинающим фотографам поверить в себя и раскрыть свои таланты. Мы будем со своей точки зрения давать какие-то советы, да, то есть, а люди, которые рассказывают о своем пути, да, фотографии, они будут показывать, что можно сделать, и как у них это получилось с нуля. Изначально фотосушка задумывалась как одноразовый проект, но так было недолго. В результате обмена мнений, да, пришли к тому, что одноразово не получится. И если делать, допустим, на базе кафе, привлекать внимание, да, то нужно привлекать это уже системно, чтобы это была система, чтобы люди уже знали, что здесь в кафе тусуются, скажем так, фотографы. В социальных сетях организаторы объявили тему и собрали работы. На сбор ушло 2 недели. В дальнейшем срок планируется увеличить до 1 месяца. Фотографии попадают не все, да, потому что все-таки обозначена определенная тема, да, хоть раскрывает это каждый по-своему. Например, тема контраста была, когда прислали просто портретные фотографии, но, к сожалению, они как бы, так сказать, советом художественным не проходили проверку. Каждый месяц фотоколлекция будет обновляться. В день открытия нового сезона у всех участников будет возможность познакомиться, пообщаться, поделиться опытом и, конечно же, получить драгоценные советы профессионалов. И наши вечера, вот здесь они проходят даже не просто по сценарию, да, это истории. Вот истории людей, которые, грубо говоря, 2-3 месяца назад еще не занимался абсолютно фотографией. Сегодня его фотографии висят здесь, и он сделал какие-то уже проекты. Также в день открытия объявляется тема следующей выставки. Кстати, она уже известна. Следующая наша тематика, хоть и в ритмах города, но там должно быть и все. И ритмы, и город, и музыка, и все должно быть, понимаете? Просто человек должен показать свой взгляд. Как ты понял, Благовещенец, не обязательно иметь специальные навыки, чтобы поучаствовать в проекте. Профессионалы говорят, что хорошую фотографию можно сделать даже на телефон. Следующая фотосушка откроется в первую неделю октября, так что у тебя есть время настроить камеру и запечатлеть свои ритмы города. Марина, дежурная по рубрике.